Че, поехали? Ты Аяксом, что опять заебал? Вот сейчас И матч. вот этот чат прям пей. Подожди, я сейчас Роналду поставлю на место Рауля, нахуй, пизду его. Подожди, сейчас проверю. Ебать, Санчес! Да посмотри, у меня а у тебя только Супербейер этот. Или как его правильно тушь? Короче, Роналдо. Бутерг... Ой, а Рауль, ты всех хорошо? Ну я вообще на замену. Бутергини, нахуй. У тебя нет права выпустить. М? Бля, бедный фигу, я его хотел выпустить, но ну, чё ж теперь. Ну ладно, ставим запас фигу. О, Шенда охуенно, мне как раз и нужно, вот вместо Санчеса. Ой, блядь, хуйню надел. Хуйню, хуйню, хуйню. Блядь, чё я наделал сейчас? Во, Роберткаус. Шенда. Роберткаус направо. Ага. Вот, наконец-то. Ёб твою мать, целый год выставлял нахуй состав. Все, поехали. Пушка ж, блядь. Вот такой же полузащитник. Вот это битва сейчас, Манчестер против Реал Мадрида. А я, кстати. Поехали. Я просто два матча за Манчестер, я уже привык. Чему один зрел? Один раз зарял, ты я выиграл тебя. Не знаю. Тебя спросить. Ладно, поехали. Состав, конечно, не оптимальный, но боевой. Опа! Блядь, Бразил Сионал, шутки плохи. Зидан, Робот Крон, полный фарш. Ничего не начинал пока. Блять, заебал Литман, блять. Вот я обычный игрок, ну такой. Добротный, но в игре только херен он. О, Хенту, шестикратный победитель Лиги Чемпионов, наработкался. Наработкался на весик. Ебать, капай. Тебе? А ты Супербэй. О, Зиданчик. Роналду. Опа. Хуй. Не дал ему фан дебов. О. Блять, дайс, предыдущий матч выиграл полностью. Рукина заебал меня, честно сказать. Альфредо Ди Стефано, капитан. Пасик назад и бьем. Пушкаш. Пушка страшная. Пушкаш. Венгер, по-моему. Ага. На усиление, блядь. Да. И что ты чувствуешь, когда ты забил родственника? Блять, Клювер чуть не забил. Ой-ой-ой-ой! О, Патрик, психует. Че, посмотрим авто? Ну я хочу. Я хочу, Касилис, смотри, какой сейф. Опа! Еро у тебя проебал, блядь. Еро, да. Фернандо. О, Зиданчик просто. Кстати, дается очень тяжело. Тут и Зидан, и Пушкаш. И Роналдо, блин. Да что ты, да. Вот так тебе нахуй еду. Запидал, пизданул. Ой-ой-ой. Блядь, тебе повезло, сука. Меня заебал твой Литман, честно скажу. Чуть не забил. Бля, люблю все большие повторы, хоть все так видно. Бум! Ну тут Касилис бы не успевал. Он там башкой об штангу успел удариться. Бля, бедный. Теперь он у меня будет вообще нахуй шизить. Роналдо. Роналдо головой не очень, но он хоть всегда борется. Нихуя, да, читарит. Блядь, ты заебал? Бля, какие комбинации эти, блядь, аяксовские нахуй. Они меня заебали уже. Какой матч? Но я пока ничего реально делать не могу. А, забил только, блядь. Ну, это так. Я имею в виду там комбинационную игру. Там пушку что задарил. Ну там хорошая комбинация про фланг сама. Противоречивый, так сказать. Для этого пока матча. Опа! Ди Стефанчик на Роналдо, Роналдо на Зиданчика. Зиданчик на Ди Стефанчика. Ди Стефанчик, блядь, на Пушкаша. И пиздец. Он, видишь, он не в ритму, не совпал, поэтому проебали.
Ох, Зидан что творит, блядь. Ди Стефано, ай, блядь, не тому, ёбаный Альфреда. Извини, царство небесное. Опа. Блин, он меня бесит, реально. Оп, Ера. Финт Гатагова видел был? Опа, Хенту. Хенту на Ди Стефано. Забивай. Кто через себя, ебать? Сука, вандерсаровская. Любимая причем. Где? Красава. Санта-Мария, поборолся. Ну зачем ты туда? Я же не туда тебя просил отдать. На ближний, на зеленый. О, Санта-Мария, чуть-чуть просто рвет. У меня, кстати, Редонда не видно. Блять, неужели Редонда проиграет еще давится? Оп, о, это Роберт Карлс, это детка просто. Это просто, да, это просто, и пиздец, засрал. Ну я просто замудил, че. Ну, одну нахерат сейчас давал, пас на ясно, че сказать. Да он не стоял, я бы откался уже давно, курил бамбук с девками. Фу, Ера, да не Пьеро Мальвина, Ера, я Ера, блядь, Литманин, фу, простил, да просто Яри, просто, ну, я с ним пил, понимаешь, я с ним пил вчера пиво, он говорит, я тебя сегодня не забью в компьютерной игре. Ну то, это, блядь, прием из ушу Касилис показывал на воздухе. Нет бы мне человека. Как бы сегодня этот интервью Пекарини читаю, блядь. НХЛ-ского вратаря. После финала проигранного Питтсбурга. И он такой говорит, я просто смотрел, как они дерутся. И там такой комментарий мне понравился. Нет бы, блядь, ты лучше бы шайбу ловил, которую пропустил, а ты просто смотрел, как они дерутся. Бля, пушку, что вообще ебашь, что это матч. Ну, прям мимо, конечно. Ну, бля, ебашит. Я имею в виду такие сильные удары, плотники. Я за... Плотники? За это пёса люблю, за плотные удары такие. Плотные. Плотные, плотные катка, да, может быть. Всё, Литманин, твоё время закончено. Ди Стефано, твоё время началось. Блядь, дай, уйди от меня. Да он заебал питбуль, блядь, он везде, нахуй. Как Канте, ебать. Это, блядь, Канте как давит, нахуй. Оп, Зиданчик, оп, Ди Стефанчик, навесик, мягкий, блять, там Хенту маленький, он слишком маленький, да удаленький, правда. Не, ну ты лучше, ты лучше играешь, но, блять, там пушка страшная, колодец, пушка страшная. Шайн, одно дерево обыграл, второе дерево обыграл. Вот у меня так же пушки. Оп, два дерева обыграл, бля, Роналд, поборись, пожалуйста. Блять, ты как так сейчас у него отнял? Сука, это Нескинс, я его вычислил. Я найду его дом и съем. Блять. Опа, Зидан. Зидан в защите. Ну, блять, при таком составе Реал, конечно, нужно обороняться звездам. Блять, Санта-Мария. Ты зря, сейчас бы если... Надо было клюю там въебывать, но... Спасибо, что ты этого не сделал. Блин, Хенту маленький, но выиграл. Ди Стефано! Удиви всех! Это не... Это пушка же была. Поэтому... Блядь. Тупанул я. Опа! О, Редондо наконец-то загнал атаку. Блин, Хенту надо заменить. Играет хорошо, но он маленький. Мне нужен повыше чуть-чуть. Блядь, не туда, ну ебаный. Роналдо. Рука была нахуй. Бля, ну это пилос, чё. Тут, бля, мужской футбол. Ебать. Фух. Бля, Кройф, вот если подпрыгнул, он бы забил, а он решил что-то, ну, как-то красиво ударить, без прыжка, смотрю, он не прыгнул даже. Это футбол, дед. Нахуй. Бля, я не хотел это говорить, ты сам сказал. Да не, если нормальный парень. Ну, вообще красавчик.
Ебать, если бы ты сейчас оттуда забил. Не, это был бы как Роберт Краус там, не помню, в 97-98 году. За Реал Мадрид. Не, за Реал Мадрид он тогда бим, блядь. А, ну вот, может, в синий шинок он был, да? Во-во, кто туда как въебал, блядь. Но это не Роберт Краус, это я ритм, поэтому хуй сосать. Роналдо, поборись. Вот красава, он борется всегда. Блядь. Что-то надо менять. Ой, что-то. Давай. Красава, да. Ой, Давец. Какой Давец? Зидан, бля. Надо менять что-то, блядь. Ты мне дашь и дашь. У меня же там в запасе Рауль, который себя хорошо чувствует. Я, правда, не заменил Рауля. Но вместо Хента Рауля поставлю. Вот он. Опа. Раймон Копа. Кстати, у меня Копа в запасе. Все, а я его Копа зову всю жизнь. Лопай попой Копа. Лопай попой Копа! И Кастильо стащит. Все, надо замену делать. Поплыл, мне нужна свежая кровь. Знаете, да, проигрывать покеру как он сын. Подожди. Ой, пушку стул. Пушку стул, да, Копа как раз я вообще замечательно чувствую. Давай ему Рауля отправим. Туда сделаем оттянутого. Какого? Кто? Нет, зачем? 84. Ну чё, четвертый замен, кого? Кого? Пири. По-моему, он был. По-моему, он был капитаном. О, Ер у меня провалился. Когда Реал выиграл какой-то кубок, не помню, какой именно. Один из капитанов, так скажем. Чё? Ты? Ну да. Узык с Роналду. Блять. Чё-то в этом матче ты мне ничего им не даешь, я даже не ударил ни разу. Обычно я Роналду там, блядь, накручу, ебать, въебу кому-то там нахуй. Под перекладинку. Ух ты! Это чё такое, блядь? Это чё такое? Еее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 ee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 
это сейф корпусом. Ебать, ты сейчас как красиво перекидывал, это просто. Да, редондо, ну как бы не там ничего такого красивого. Просто стоял, да, ну стоял там, где надо. Встать, так сказать, нужно уметь. О, Роналдо в защиту оттянулся, насколько ты меня прижал. Да? Ну, 3-1, да, 3-1, но... Факт остается фактом. 1-0, Зидан пяткой на копу, копы на Роналду, Роналду тупанул. А, ну там... Вот не я, это же... О, ты видел, какой это, блядь, был в дабстепе? Давай, 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 на Роналду, вот я. Это что такое? Это не на меня было. Нихуя ты разыгрываешь, ты прикинь. Блять, это моя ошибка, это в защите играть на пас, блядь. Рука, рука у кого? Или офсайд? У Кройфа, да? Фух, слава богу. Короче, я сейчас выбиваю со всей силы просто. Точнее, пасы. Ой, не беги, не беги, не беги. Сука, я хотел подловить. Вот он, Роналдо. На Рауля. Нет, это Копа. Опа. И на Ди Стефано. Блять, на Зидана. Зидан, давай, давай, беги, Зинединушка. Мог сейчас красный получить. О, Роналдо, на пятки на купу, тот на Рауле, и тот забивай. Блять, Ван дер Сар. Роналдо, Борис, дай, маленький, красава. Ди Стефано, блять, ты чё не... О, Зидан, навешиваешь, Рауль. 2-0! Леди джентльмены, Рауль охеренно себя чувствовал! О-о-о! Это Реал, детка! Это просто Реал Мадрид, королевский клуб, королевские легенды, ебать! Чух-чух-чух! Ну тут ты мне просто отдал! Блядь, Зидан, Рауль, как будто я смотрю 2002 год. Лиги чемпионов, блядь. Прям навесил, прям справа, хотя Рауль левша-то. Да, просто красавчик. Семерочка Реала. Ну хотя бы один забей свои. Не можешь забить чужие. Забей свои. Спросите Юрия Кофтова. Ебать! Ебать, ты что творишь?
Ты че, слышишь? Рэп забил, блядь, как так-то? Блядь, Дани Блин тогда был радуется, блядь. Ты должен был Клюер там забивать. Я видел. Не, я понял, что это был бы гениально, если бы ты там в таком моменте дал бы навес. Вот тут Клюер-то надо было забивать. Хотя он мог бы в Касилиса попасть. Ебать, вообще на тоненько ударил, кстати. Мог чуть выше, и все. Навес сделал, блядь. Мостар. Поехали. Мы тянем время. Мы сушим. Иди нахуй, иди нахуй. Да не, я никогда не сушу, я всегда играю в атаку. Это же Реал Мадрид, блядь. Там Эдкалс поскользнулся. Похуй, он бежит, блядь. Опа! Опа! О! Блядь, слишком замудил. Эдкалс, давай назад. Один на Рауля. Навешивай. О! О! Роналду! Наконец-то! Зубастика прорвало. Ну это просто королевская атака. Обыскался Рауль. Роналду, это Реал Мадрид. Лиг чемпионов 2023 против Манчестера. Ну я имею в виду... Я вспоминаю. Хитрик Роналду на Олд Траффорд, ебать. Оооо! Как Ван дер Сар. А, все, уже кончил 3-1. Надо. Да ты заебал, блядь, как ты, блядь, нахуй. Не, ну Клюрт, конечно. Но это вот моя идеальная связка для меня была бы Клюрт Роналду. Один такой мощный, высокий, оба техничные. Она один головой играет, охеренно Клюрт. Второй вообще все умеет практически, кроме головой. Роналду. Не туда, ё! Литман сдох у тебя. Да, он даже посылишь как кидает. О, Клюрт, Маш! У сырзворота тоже был. На тебе пас. 3-1. Че? Да. Давай дальше повтор не будем гол смотреть, так что-то все понятно. Там Реал Мадрид, там королевские голы. Ван дер Сар вообще сейчас отпиздит кого-то. Я не знаю, кого. Рауль вообще красава. О, Дэнни Блинт один радостный. Я проебал, говорит, 3-1. Спасибо, Рауль, что нам забил. Ладно, все. Поехали.